Перспективы развития средств массовой информации, новые тенденции в этой сфере. Эти вопросы обсуждались с журналистами на семинаре Южного межрайонного творческого объединения. Каждый год место проведения форума меняется. В этом году гостей встречала Куиргазинская земля. Об увиденном мастерам слово будет что написать. Предложенная экскурсия была познавательной и интересной. Перед началом пленарной части участники семинара побывали на родине писателя, поэта и драматурга Баязита Бикбая в деревне Калтаево. Посетили музей имени Газиза Аль-Мухаметова. Члены делегации посмотрели также знаменитый сероводородный источник в селе Якутово. Затем гости возложили цветы к памятнику Баязита Бикбая и обелиску участникам Великой Отечественной войны. Пленарная часть состоялась в Доме культуры села Новомурапталово. Перед началом обсуждения вопросов повестки дня гости посмотрели концертные номера с участием детских танцевальных коллективов и сольных исполнителей районного дома культуры. Участников творческого форума поприветствовал глава администрации района Ахат Кутлуахметов. Мы рады приветствовать вас на нашей благодатной Куиргазинской земле. Нам приятно, что именно наш Куиргазинский район стал местом проведения юбилейного 10-го семинара журналистов Южного межрайонного творческого объединения. Ахат Евдатович рассказал о славной истории и богатых традициях Куиргазинского района и о социально-экономическом положении муниципалитета. В ходе семинара его участники говорили о правовых нормах в работе журналистов, о том, как сохранить печатные издания и сделать их еще интересней. За плодотворную и добросовестную работу в средствах массовой информации ряд журналистов были награждены почетными грамотами Союза журналистов. Семинар стал площадкой для обмена опытом, общения и решения определенных задач и проблем. Работа завершилась обсуждением планов и задач. В следующем году подобный форум пройдет в городе Ишимбай.